Друзья, всем привет из Китая! Сегодня я отправлюсь в магазины табачки, где продают девайсы для курения, зажигалки, различные аксессуары. В общем, давайте посмотрим, что продают в таких магазинах в Китае, сколько это стоит и вообще стоит ли покупать товары для табакокурения, различные аксессуары в Китае. В общем, давайте сейчас отправимся на рынок и посмотрим, что здесь продают. Так как я курильщик, у меня есть у самого и трубка, и различные девайсы для курения, меня этот магазинчик очень заинтересовал. Мне захотелось здесь прогуляться, посмотреть, что они продают, и, возможно, приобрести что-то для себя. В общем, здесь товары есть на любой вкус, и для курения всего, чего только возможно. Кальяны для Китая, в принципе, это редкость, но здесь они представлены в широком довольно-таки ассортименте разного форм-фактора, разных размеров и, скорее всего, разного качества. Здесь представлено очень много трубок разных видов, разных размеров, разных стилей. И сейчас я очень четко понимаю, откуда идут знаменитые швейцарские и прочие трубки, продающиеся в РФ. Это еще один магазинчик, где продаются аксессуары для табакокурения. Выглядит здесь все намного солиднее. Здесь уже все закрыто за дверьми. Если вы хотите смотреть, надо просить продавца, чтобы открыл вам, чтобы все показал. Выглядит здесь все на порядок дороже уже, качественнее. Хотя, возможно, это просто блеск в глаза и просто создали такую атмосферу. Но действительно, когда ты заходишь в такой магазинчик, смотришь по сторонам, выглядит все очень классно, дорого-богато. В предыдущем табачном магазине я приобрел себе бумагу и фильтры для табака. И оказалось, что здесь магазинчики еще есть. Также выбор огромен. Интересно, что в предыдущем были указаны цены. Здесь же цен не указано, нужно узнавать. Но здесь выбор уже на порядок больше различных ништяков, которые могут идти и в качестве подарка 23 февраля на Новый год для мужчин, различные зажигалки в разном форм-факторе, разных видов и все-все-все для курения табака и получения удовольствия от этого. Друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в Азии!